Всем привет, подписчики, зрители, а также моего гостя канала, с вами Italsubsetribet. Сегодня я вам расскажу, почему ролики не выпускаю часто, почему время тупится. И давайте вам спокойно расскажу. Во-первых, когда я рассказал про MyTanks с первого ролика, только по G-Tanks было, потому что MyTanks еще не было открыт. Я вам рассказал о БТ, как там были как стоили эти пушки, корпуса, красок, припасы. Потом я рассказал на следующей ролике апрельские голды, которые создавали карту Бомбочница. 350 фонда. Что там еще? Красок. Праздничная, скидки и празднично-билбордская. Ладно, я вам за это сказал, что она, я вам рассказываю. Окей, следующий — это день космонавтики, как я вам рассказал, что добавили 200 фонда. А, не, я вам не рассказывал. Блядь, мошки, извиняюсь, я вам забыла рассказать. Ладно. 10 фонда выпадали голды праздник День космонавтики с 12 апреля по 2 дня, наверное. Безумку создали карту с космической, только не луна, а просто небо добавили. Что там еще? Да, скидки не были, короче. Ну, поэтому только добавили 200 фонда, добавили карту безумия космоса, только кроме за это, как я сказал. И да, еще, наверное, хотя праздничную краску появлялись или нет. Хотя вряд ли появились. Ладно, бог с ним. Поэтому я вам рассказал уже в прошлом ролике апрельский, рассказывание про открытые MyTanks и 12 апреля День космонавтики. Ну, теперь хочу для вам рассказать о том, что... Почему ролики я не выпускаю? О том, что я ничего не знаю, что вам рассказать. А то я уже рассказал дико космонавтики, MyTanks, 1 апреля и открытый бета-тест. То я уже не хочу выложить, а то вы не больше смотрите. Да ну нафиг мне татуировка, короче, снимать. Поэтому я удалю попозже за ЛП-шку, который мне это был. И все. Но я вам хочу рассказать о том, что скоро добавится 9 мая большие скидки, уже большие скидки, потому что, наверное, не сказали точно, может точно, где-то 60% тоже точно вряд ли, где-то будет 50-40%, хотя может, ладно. Насчет, кстати, карта, кстати, добавлена по названию «Завод». Я, кстати, тоже не знал, я вам даже не рассказывал в ролике. Я не знаю, что за карта, как будет выглядеть, но, ребята, может, выйдет или не, но вряд ли. Потому что я слышал, что карта, оно не выйдет. Может быть. А насчет, кстати, карта Париж, что там проблема с той башней, короче, то и центр карты. Забыл как это по названию, ладно. Эфили как там, ладно. Поэтому они не знают, добавят эту карту или не. Сейчас, кстати, еще одна карта там Dust 2, может выйдет или не. Уже прошло где-то месяц почти. А они там начали делать где-то в конце марта. Да. И они, наверное, что-то долго делают. Наверное, с этим картами проблемы. Ладно, хотя я вам
это рассказал, короче. Ролики будут пока что чуть-чуть редко. И нарезка голдов. Я уже 3 записи готова. Надо еще осталось где-то несколько штук, чтобы... Потому что я много не делаю. Просто так делаю. Кстати, ребята, мне жалко, что нарезка выпало 10 лайков, 9 дизлайков его, или скоро 10 дизлайков. Потому что из-за того, что срано, это Premiere Pro не появлялся в этой программе. Ладно. Больше ничего не могу рассказать вам. О том, что 9 мая будут только большие скидки. Я вам, кстати, один ролик G-Tanks засниму, что там будет меняться. Ну и мы там с вами поболтаемся. И, ребята, кстати, вы там эти два комментария мне... Ой, тьфу, не два комментария. Не-не-не-не. Секунду. А, один знаю комментарий. Это у нас, короче... Он говорил, когда стримчик, я стримчик пока что не выпускаю, карантин же, конечно. Ладно. Я вам все рассказал. Короче. Залопашка не будет. До свидания. Потому что уже зачем мне вылаживать, все равно я буду только Майтанкса делать ролики. Ну, это все, ребятки. Я думаю, что вам понравилось рассказывание. Я вам уже все рассказал. Короче, праздники открыты, когда ролики редко будут. Кстати, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм и на моих знакомых ютуберов: Багюзер, Сенька, Череп, Матрикс и Филик. Обязательно подписывайтесь к ним, чтобы добили 1000 подписчиков, но Череп дошел огромный, молодец, он просто тупо. Багюзеру тоже надо добить. Филик, ага, да, Филик уже добился, окей. Что там добить еще? Сеньку до 200. Мне до 300, короче, добьем, должны. В этом году. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите тут комменты, что хотите, чтобы я ролик следующий выпустил. Не выпускать, короче, с этим ФНАФы, короче. Насчет ФНАФы, может, будет. Просто пока что не затяну, а то времени нет. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока. И на Дискорде заходите.